64-летняя Лариса Гузеева никогда не лезет за словом в карман. Гостям и зрителям шоу «Давай поженимся». На Первом канале хорошо известно, что главная телевизионная сваха страны умеет поставить на место взорвавшегося собеседника. Лариса Александровна строга даже со своими поклонниками. Сегодня знаменитость закатила скандал в сети из-за оскорбительных, по ее мнению, высказываний в адрес дочери. В своем микроблоге Гузеева опубликовала снимок, на котором ее наследница позирует с питомцем. Многие обратили внимание на неформальный стиль Ольги. Так, девушка решила проткнуть себе нос, вставив сережку. «Ларису очень обожаю, а вот кольцо в носу у Лёли не понимаю», — высказалась одна из подписчиц. Этот комментарий собрал 35 лайков. Однако саму недавно написавшую завещание Ларису Александровну подобные рассуждения, судя по всему, сильно задели. По мнению ведущей, кольцо в носу у ее дочери не должно волновать никого. «А почему это вас волнует? Просто интересно». «Ну есть и есть. Надоест, повзрослеет, снимет. Я взрослела вместе с детьми. Ошибок допущено много. Я не святая Лариса, и мои дети это знают», — написала телезвезда. Мнения пользователей сети по поводу подобного обмена любезностями разделились. «Точно, с моей дочерью так и произошло. Я не запрещала, самой надоело. Следите за своими дочерьми. Страна людей, любящих поучать и осуждать. Когда научитесь принимать людей с их желаниями, отличающимися от ваших желаний? Так мало понимающих и толерантных родителей. Помню, в классе в 10-м мне очень хотелось проколоть себе бровь. Мама не разрешила. Хорошо, что не разрешила», — высказываются комментаторы.